You are the greatest player. If people are saying you are the greatest player, or if people are saying Michael Jordan is the greatest player, why do you need to say it? Right. Michael Jordan has never, ever said he's the greatest player to ever play the game. Why? He's respected all the other players before him. So for LeBron to say that, he's sort of pulling himself out of it, because you can't say you're the greatest player. You have to allow your peers in the world to say that. В этом коротком ролике, хоть он и на английском языке, бывший игрок Скотти Пиппен, который играл вместе с Майклом Джорданом в легендарной баскетбольной команде Chicago Bulls, немного критикует нынешнего игрока лиги НБА по имени Леброн Джеймс, который считается на сегодняшний день лучшим игроком, за то, что этот же игрок, Леброн Джеймс, утверждает, что он лучший игрок всех времен, можно сказать, за существование баскетбола. И он приводит примеры, если переводя с английского в двух словах, о том, что Майкл Джордан, про него все говорили вокруг, что он лучший игрок, но он сам лично никогда не говорил о себе, что я the greatest player, что я самый лучший игрок за все время существования игры. И здесь просто очень напрашивается классный пример или даже очень классное выражение в иврите афоризма, который идет следующим образом. Эйн анахтом меид алисато, что дословно переводится как «пекарь не может свидетельствовать» или «пекарь не свидетельствует о своем тесте». Слово «иса» — это мякоть, это уже тесто, которое замесили. То есть пекарь не может свидетельствовать о своем тесте, говорит, что мое тесто лучше всего, потому что по умолчанию он будет уже не объективен в этом мнении. Поэтому берите на вооружение классное выражение, когда кто-то хвастается, говорит, я лучший или там у меня самое лучшее. Часто даже в комментариях пишут «Эйн анахтом меид алисато». Пекарь не свидетельствует о своем тесте. Всего доброго!